вопросы о том, почему вы, в принципе, пришли на конференцию. Ну, я пришла на конференцию, потому что меня пригласили ее организаторы, и я видела, что она состоится, и даже если бы я пришла сюда в качестве одного из, одной из свежих голов, но я думаю, что если бы меня не пригласили свежей головой, я бы все равно пришла послушать, потому что сегодня эти замечательные выступления, мне кажется, они очень интересные, важные для понимания той ситуации, в которой сейчас оказалось гражданское общество, экологическое сообщество, что нужно делать дальше. Очень мне понравилось выступление Елены Панфиловой, где она говорила о том, что мы не должны быть жертвами, а мы должны быть нападающими. И мне кажется, что это очень правильное определение, оно подтверждает то, как сегодня мы должны действовать дальше. Лично мне, как обывателю, возможно, может быть, даже и нет. Хотя мы недавно побороли свалку. Вот. Но как редактору и как человеку, который работает как с жителями, так и с активистами-экологами, мне кажется, что это очень важно. Мне кажется, что очень важно, чтобы молодежь, вот, слушая подобные выступления, как сегодня было Алексея Яблокова, оно было совершенно замечательное, и понимая предысторию всего вопроса, а понимала, как это экстраполировать на сегодняшнюю ситуацию, и как разговаривать с людьми, и как доносить до них свои мысли. Потому что невозможно, чтобы были экологи отдельно, жители отдельно, и для того, чтобы вот они как-то сближались все больше и могли добиваться своих целей вместе.